такой момент, там мог думать, что вот его сейчас кто-то будет бить из соперников, потому что передача в центр, и он был спиной в поле. А вот момент у авангарда. Красота какая. Семенов 4-1. Авангард забрасывает быструю относительно начала периода и очень красивую. На самом деле, там гениально сыграл Кошелев в средней зоне. Сейчас я надеюсь, что в повторе мы это увидим. Кошелев пропустил шайбу себе за спину, так чтобы Семенов и Шумаков убежали к чужим воротам. В итоге забивает Кирилл Семенов. Ну и Шумаков тоже молодец. Это уже концовка момента. Действия Кошелева мы не увидели. Ну там Кошелева еще запишет передачу. Обязательно. Забивает Семенов. Да, ситуация для трактора, конечно, становится крайне сложной.